Небольшой корт, кий и шайба. Своей простотой и доступностью шаффлборд завоевал популярность среди миллионов людей по всему миру. Этой игрой любители стратегии увлекаются без малого 500 лет. В России шаффлборд только начинает набирать популярность. Сочи не стал исключением. Федерация шаффлборда открылась на курорте 2 года назад. И сегодня эта игра полюбилась сотням жителей города. У нас создан клуб шаффлборда на Донской 15. Аллея шаффлборда на Ривьере, где каждый желающий может прийти и поиграть в эту игру, в которую играют 50 стран мира. Сегодня в Сочи из Канады прибыл президент Всемирной федерации шаффлборда Михаил Роберт Цельнер. Он побывал на одном из мастер-классов, который провели в Сочинском госуниверситете. Михаил Цельнер высоко оценил успехи города в популяризации этого вида спорта и выразил уверенность, что именно Сочи должен стать центром развития шаффлборда в России. В Сочи есть для этого все возможности. И видно желание людей заниматься этим видом спорта. Это очень радует. Сегодня шаффлбордом в Сочи увлекаются в основном люди с ограниченными возможностями здоровья. Именно эта игра позволила многим из них прийти в спорт. Теперь главная задача, отмечает президент Федерации шаффлборда нашей страны, привлечь к игре как можно больше самых разных людей. В рамках развития массового спорта шаффлборд является успешным примером реализации федеральной программы «Учимся жить вместе». То есть его многогранность и универсальность позволяет людям разных возможностей играть вместе и чувствовать себя наравне. Еще более амбициозная задача – провести в Сочи чемпионат мира по шаффлборду. Пока планы на 2014-15 год. А до мирового первенства здесь же планируют провести и чемпионат России. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.